До 15 листопада необходимо оплатить единый маёмостный податок за 2023 год. Это дотычится всех тех, у кого есть во власности объекты нерухомой маёмости, а так само земельные участки и транспортные сродки. Сведения о суммах налогов содержатся в извещениях, которые направлены в ваш адрес, а также имеются в системе ВИП и личном кабинете плательщика, если он у вас зарегистрирован. Кроме того, физическим лицам, в том числе являющимся индивидуальными предпринимателями, и если предоставлены таким физическим лицам земельные участки в аренду, то в срок не позднее 15 ноября необходимо уплатить арендную плату за земельный участок. Оплату одного податку можно провести как онлайн, так и в любом отделении поштовой связи або банка.